которое Виктор Мущель написал в 2004 году. Это еще один перформанс, который носит наименование «Пятое измерение». Помимо жанрового определения перформанса, здесь есть еще одно уточняющее жанровое начало. Это три звуковых эссе. Музыка и литература давно контактируют между собой, но вот эссе – это, пожалуй, одно из новационных таких открытий века 20 и 21. Ну а поскольку исполнить все это произведение вновь не предоставляется возможным, сейчас прозвучит только лишь два раздела из этого сочинения. Это вступление и часть первая – буквы. Вступление представляет собой своего рода автошарж. Не автопортрет, а автошарж, автопародирование. Это очень интересный такой вот подход композиторский. Если можно, я не буду раскрывать все тайны. Композитор меня очень убедительно просил этого не делать. Очень хочется поразмышлять об этом сочинении. Но действительно тогда, вероятно, открытость новизны исчезнет. Что же касается первой части буквы, то здесь нужно сказать, что это встреча разных культур на уровне алфавитов. И это драма, которая проистекает от вторжения этих культур. И вот уже тогда, когда эрзац-культура разрушает детские души, тем примитивом, который корежит эти детские души, вторгается, наконец, та мощная звукобуквенная вечная сила, которая единственная способна противостоять этому ужасающему разрушению. Итак, Виктор Мущель, «Пятое измерение», три звуковых эссе, перформанс для смешанного хора. Исполняется вступление и часть первая буквы, премьера, режиссура и пластика Жанна Чепела.
Да, да, да.